на конкурс «Дети читают стихи». Меня зовут Лиза Полетаева, мне 6 лет, и я хочу рассказать стихотворение. Я хлеб, у меня есть душа, я хлеб, и мне больно бывает. С березы листва падает шурша, а хлеб каждый день оживает. Я слышу осколков удушливый свист, я ломтик прозрачный и тонок. И держит меня на ладони, как лист, голодный блокадный ребенок. Я хлеб, у меня есть душа, хотя я тонюсенький ломтик. Ко мне приближается, еле дыша, голодный ребяческий ротик. Большие глаза, цвет лица восковой, с трудом поднимает ручонку. Я хлеб, и пока я живой, не дам умереть я ребенку. Я хлеб, я живой, не горю в огне. Я паш, я ржаной, самый близкий. И тянутся детские губы ко мне, как будто к груди материнской. Я хлеб, у меня есть душа. Я хлеб.